повестке дня внеочередного заседания Думы 7 вопросов, в том числе о внесении изменений в устав Владивостока. Изменения вносятся в систему выборов депутатов представительного органа. Будет касаться изменений избирательных округов. Если раньше мы избирали депутатов по 17 избирательным округам и 18 по спискам, то сегодня будет 35 одномандатных округов. Решением Думы города Владивостока назначены выборы депутатов представительного органа на 11 сентября 2022 года. Также Дума рассмотрела во втором и третьем чтениях проект о внесении изменений в правила благоустройства, которые касаются средств индивидуальной мобильности, самокатов, гироскутеров, роликов. Их запрещается размещать в местах, установленных правилами благоустройства. На проезжей части дорог, это арки, это подземные 5 метров от подземных переходов, это 5 метров от окон зданий и сооружений. Это места, где они могут помешать маломобильным группам населения. Также в повестке дня была корректировка бюджета. В связи с вносимыми изменениями параметры бюджета в 2022 году составят по доходам 24 миллиарда 19 миллионов, по расходам 24 миллиарда 15 миллионов, профицит 37 миллионов 250 тысяч рублей. Анна Дьякова, Денис Фадеев, новости на 8.